Рефлактометр для меда. Приобрели вот такую вещь. Сейчас будем проверять. Вот он из чего состоит. Сам рефлактометр. Тряпочка вытирать. Ну и вроде это для набора меда, но мед не набирается пипеточкой этой. Будем набирать кончиком ножа. Кончиком ножа кладем ровным слоем на эту поверхность. Закрываем. Смотрим. Влажность должна быть до 19 градусов процентов. В общем, в разных источниках пишут по-разному. Кто-то до 21, ну, кто-то до 19. Факт тот, что чем ниже влажность меда, тем он лучше. Все, начинаем пробовать, начинаем смотреть. Сеточка для прополиса еще, но с бакфастом, по-моему, нам не светит прополис ни хрена. Вот лежит все лето, вот только вот такие капельки прополиса. Не носит бакфаст прополис, не дает нам. А местные, несколько семей есть, те несут, те носят. Рамки запечатаны, покажи, магазин запечатанный. Я недавно смотрел, и два магазина запечатанных поднял наверх, а в разрез поставил вощину. Так что давайте проверять. Это мы вскроем запечатку. Ай, вон медочек пчелки. Вот капелька меда. Вообще-то я первый раз это делаю. Наносим, кончиком ножа наносим, закрываем, придавил, чтоб воздух вышел. Сейчас подожди, гляну, но я слепой. Здесь три шкалы, самое нам нужное, правая. Так, надо резкость навести. Резкость я навел, очки поправил. Слушай, а влажность под 19,5, кажется, процентов, под 20 даже. Ну, на, ты глянь сама, посмотри, не будешь? Ну, в общем, 19,5. 19,5% влажности. Все. Ну, в общем, при такой влажности сегодня мы заберем из селок два магазина. Вот такой прибор может приобрести каждый, и, ну, удобно, по крайней мере, для себя, то, что, ну, быть спокойным, что можно продавать мед. Все, всем удачи, всем пока.